кадре нож, это М4 от компании CRKT. Сегодня мы поговорим о ноже от именитого дизайнера Кита Карсона. Его самый известный нож — это М16 в честь винтовки, да. И сегодня у нас М4, также модель связана с винтовкой. Что мы видим по данной модели? Сразу бросается глаза клипса, она на постоянном местоположении, на трех торсах крепится и никуда не перемещается. Возможно плюс, возможно минус, для меня скорее минус, поскольку я вот ношу нож всегда осевым вниз, а здесь, как говорится, tip down. Что по корпусу? Накладки из GTN / кости, где белая часть — это кость, а вот уже на осевом и ближе к осевому — это накладки из G10. Остальные лайнера присутствуют, и обратите внимание, как выполнен спейсер. То есть на 1/2 корпуса здесь металлический спейсер, а под ним уже имеется вот этот металлический элемент, который подпружинен. Два шпенька по выбросу, под правую, под левую, и здесь видим насечки. Хорошо вгрызаются в большой палец, вот за счет вот этого вот элемента, который, видите, нож разложился, а вот эта пружина, она, пружина подобна бэклоку, такая же, только она в более раскрытом положении находится. И вот она, собственно говоря, и давит на сам клин, и тем самым добивается здесь по механике такой элемент ассиста или довода. Да, на клинке М402 его артикул, М4 название, спуски вогнутые, если я не ошибаюсь, вогнутые, да, вот она, вогнутость виднеется, хэштег у нас прямой. Стальные лайнера здесь вот видны без какого-либо облегчения. И немаловажный элемент, смотрите, вот спейсер, да, в него помещается вот этот вот, вот эта пружина. И, собственно говоря, она вот с помощью торкса стягивается дополнительным элементом насквозь, тем самым, ну, практически никак она выскочить не может, и выглядит все это довольно-таки надежно. Механизм довольно-таки прост, он открыт, и мы уже видели такую модель, по-моему, она называлась XN с накладками такими подобно карбону. Там вот этот механизм для компании CRKT, в общем, не нов. Мне этот элемент, в принципе, нравится, выглядит просто, и никаких сбоев здесь быть не должно. В остальном дроп-поинт, есть небольшое фальшлезвие к острию, спуски вогнуты, сведен порядка где-то в 0,5 мм и выглядит довольно-таки немножко увесистым. По сведению давайте померим. Ну вот 0,56. Ширина клина здесь 21. По обуху троечка. Толщина корпуса 14 мм. Давайте взвесим для наглядности. На этом уже будем заканчивать, поскольку нож новый. Его вес нам тоже нужен. Ну вот его вес составляет 100 грамм. Оптимальный вес для ADC ножа. Под правую, под левую шпеньки. Ну вот за счет клипса, мне кажется, что здесь левой может быть немножко неудобно. Ну, за счет ассиста все это, как говорится, компенсируется. М4, Kit Carson Design, CRKT. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.